Конечно, страх. Даже и сейчас страшно за ребенка. За себя как бы не сильно, а за ребенка да. Каждый день у нас происходит. Люди гибнут. Будьте добры, ваша мама. Проголосовала за, потому что хочется мира. Мира и спокойствия. Чтобы все это уже побыстрее закончилось. Чтобы у нас наступил мир. Это самое главное. Чтобы не было ни прилета, чтобы люди не гибли. Чтобы было все хорошо. Это самое главное. Просто хочется мира, тишины и так далее.